Вся наша жизнь — это набор хаотичных воспоминаний, тесно переплетающихся между собой. Яркая вспышка, возгорание спички, брызги струй фонтана. Все мимолетно и неосязаемо. Настолько мелочно, что почти что нет. Извини, я немного опоздала. Так какие у нас планы? Сначала я угощу тебя самым дорогим вином, потому что хозяин заведения меня знает. Потом я покажу тебе, где я работаю, и пообещаю звездную роль, после чего ты не откажешься поехать ко мне домой. Мы пообщались с продюсером, и он сказал, что ты дашь мне главную роль в своем фильме. Как он там называется? А значит, вы у нас... Мне бы любую роль в вашем фильме. Да брось, я же режиссер. Кого ты хочешь сыграть? Главную героиню? Не хочешь сыграть своячницу? Слушайте, у меня для вас есть такая роль. Нет. Превосходно. Вы моя вылитая жена. Нет. Хорошо, просто знайте, что вы упускаете свой шанс. Пришел к решению? Опять ты? А потом ты бросаешь чашку и приближаешься ко мне. Спасибо, но это все как-то пошло. Я понять никак не могу, ты ищешь свой мозг для роли, или тебе плевать на фильм, чтобы в один день, когда ее найдешь, наплевать на меня? Марчелло, как дела с работой? Ты уже нашел свою идеальную девушку? А как она выглядит? Она точь-в-точь, как ты себе ее представлял? Подожди, я, кажется, кого-то заметил. Если ты и дальше будешь меня игнорировать, я пожалуюсь твоему продюсеру. Бедная моя головушка, кажется, опять показалась. Ты ищешь невозможного. Если бы у меня была возможность с тобой развестись, я бы давно это сделала. Здравствуй, Марчелло. О, это ты? Я давно тебя искал. Видишь, ты меня все-таки нашел. И тебе наскучило одиночество. Если это нужно для роли, то можно и так сказать. Кино тут ни при чем. Вся моя жизнь кино. Что происходит сейчас в кино? Какие твои планы? Извини, если это всего лишь свидание, тогда я только зря теряю время. Тогда это все. Я начал снимать кино только потому, что это единственный способ продлить мое удовольствие. Вернуться в прошлое.
Но, увы, как бы я ни старался, это невозможно. Красота навсегда останется памятником, а поток бытия неумолимо тянется вдаль, предоставляя нам дальше упиваться догадками о завтрашнем дне. В этой жизни легче всего быть комиком, смеяться над серьезным и высоким и оставаться на земле. Может быть, это я и пытаюсь передать в своих работах. Ведь если бы мы так близко принимали все к сердцу, сколько бы шуток было не до рассказывания. Кастинг окончен, кино снято, всем спасибо. При поддержке фонда кино, Министерства культуры и Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Дубляж Олег Калмашкин. Калмашкин.